Насколько далеко может зайти родитель в своем нежелании платить алименты на ребенка? Как свидетельствует судебная практика, очень даже далеко. Мысль об участии в содержании собственных детей настолько чужда некоторым представителям сильного пола, что они в своем стремлении уклониться от уплаты алиментов не останавливаются ни перед чем, в том числе и перед уголовной ответственностью. Бывает так, что родители не желают содержать своих детей, уклоняясь от алиментных обязательств. Иногда это происходит на протяжении нескольких лет. Долги, выросшие до неимоверных размеров, практически невозможно взыскать без дополнительных мер принуждения. Самая жесткая мера, которая может быть применена к должнику, это привлечение к уголовной ответственности. Уклонением от уплаты алиментов является также действие обязанного лица, из которых вытекает фактическая неуплата алиментов. Например, изменение места жительства, увольнение с работы с целью избежать удержания и заработной платы, трудоустройство на работу, где заработная плата полностью или частично выдается без оформления официальных документов. Если родитель уклоняется от исполнения родительских обязанностей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов, он может быть лишен родительских прав. При этом лишенные родительских прав, родители все равно обязаны содержать своего несовершеннолетнего ребенка. В случае неуплаты родителям алиментов без уважительных причин, возможно его привлечение к административной ответственности. Если же родитель неоднократно не платил алименты и считается подвергнутым административному наказанию за их неуплату, он может быть привлечен также к уголовной ответственности. Напомним, что за злостное уклонение от уплаты алиментов Уголовным кодексом предусмотрены исправительные работы на срок до 1 года, арест на срок до 3 месяцев, либо лишение свободы до 1 года. В текущем году Асбестовским городским судом постановлено 10 приговоров в отношении лиц, привлеченных к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Следует отметить, что 3 осужденных являлись женщинами, которые ранее судом были лишены родительских прав, однако обязаны были выплачивать алименты на содержание своих несовершеннолетних детей, но длительное время уклонялись от данной обязанности. Уголовное преследование и последующая судимость могут значительно испортить жизнь. Так, с возбуждением уголовного дела теряется право на выезд за границу, ограничивается возможность свободного передвижения по стране. Судимость также накладывает ряд ограничений, которые могут быть достаточно важными для осужденного человека. Например, ему будет не позволено занимать некоторые должности и руководящие посты. Возникнут проблемы с избранием на выборную должность. Появится серьезное основание для лишения родительских прав. При этом важно то, что назначение уголовного наказания не освобождает должника от исполнения обязательств. Долг придется погасить в любом случае.